Вот я только что получил мой ноутбук. И сейчас распакую его. Тут ничего не видно, только тут Lenovo логотип видно. Сейчас распакуем. Это поставлю сюда. Тут видно Lenovo Legion 5 Pro. Хорошо упаковано. Не вопрос. Наверное, пил удар вот тут, но думаю, не будет проблем с этим. Вот это сняли все. Вот это накладная, документы всякие. Значок Pro. Что тут? Это Lenovo. Он не открыт. Ну. Сейчас откроем и посмотрим, что внутри. Нас наш красавчик лежит спокойно. Сейчас посмотрим, что тут. Тут, наверное, батарея, зарядочник, вот это шнур. Во! Какой зарядный. Просто локти питания. О, блок питания на 300 ватт. Вот,
cijep. Вот наш красавчик. Вау. Вау. Наш красавчик. Металлический корпус. Вот порты. Ну все, подождем, пока еще холодный он в комнатной температуре. Пусть лежит вниз. Вот. Intel IJ7. Вот, спасибо. Попробуем установить он без операционной системы. Сейчас через несколько минут подключу и будем устанавливать операционную систему.